Недельная глава Ваихи. И жил Яков 17 лет в Египте. Это были самые счастливые годы нашего праотца Якова. Когда вернулся к нему его потерянный сын Йосеф, все собрались вокруг него, Иуда открыл ешиву, и сын Йосефа, Эфраим, учится от своего деда. Самые счастливые дни Якова. И приблизились дни Якова к смерти. И позвал он своего сына Йосефа. И заставил его поклясться: не хорони меня в Египте, а похорони меня в нашей могильной гробнице в Хевроне в Маарата Махпила. И позвал Яков своих сыновей и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в конце дней. И вдруг оставляет нашего праотца Якова божественное присутствие, и начал он их благословлять. Открывает Талмуд, трактат Псаким, 56-й лист. Спросил Яков: может быть, в сердце одного из вас нет такой же веры, как у меня в сердце? И все 12 сыновей сказали ему: «Шма, Исраэль, послушай, наш отец Израиль, так же, как в твоем сердце только он один, так и в наших сердцах только один Творец. Шма, Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Эхад, Эхад, один». Почему весь мир боится числа 13, чертова дюжина? Потому что это один. Алиф – это один, хет – это 8, далит – это 4, вместе 13. Когда еврей произносит «Шма Исраэль», он свидетельствует, что у этого мира есть только один Творец, который сотворил мир, который каждое мгновение его оживляет и который приведет мир к цели. И когда услышал Яаков слова своих сыновей, он произнес: «Барух Шем Квод Малхусо Леолам Ваэд», чтобы было благословена слава его царства во веки веков. И он благословляет всех своих сыновей. Каждому колену он дает свое благословение. Иуда, будут прославлять тебя братья. Не отойдет скипетр от Иуды до прихода Шило, до прихода царя Машеха. Самые великие еврейские мудрецы и цари происходят от Иуды. Леви, он родоначальник всех служителей в храме, коинов и левитов. Никогда колено Леви не поклонялось идолам. Они хранили верность Творцу даже в Египте. Иссахар будет главой всех мудрецов Торы. Звулун будет давать пропитание мудрецам Торы. Каждый из них, у него особенное назначение. 12 основ еврейского народа. И какой же ключ он дает? Соберитесь и послушайте слова вашего отца Израиля. Только когда весь еврейский народ собирается в единое целое, каждый служит на своем месте, но все вместе объединены, чтобы служить Творцу. Это ключ, чтобы пришло окончательное избавление еврейскому народу. Это то, что мы у горы Синай стояли как один человек с одним сердцем. Это было условие, чтобы получить Тору, и это условие, чтобы пришел наш царь Машиах и был построен храм в Иерусалиме. Это то, что передает нам наш праотец Яков, Исраэль. Благословение еврейскому народу, который рождается в Египте.
великий каббалист Рав Шимшон Меастрополи, он говорит, что имена наших трех працев, их буквы составляют ровно 13 букв. Авраам – это 5, Ицхак – 4, и Яков – это 4. Вместе 13. А 13 – это числовое значение слова «эхад». Творец, он только один. На небе, на земле. И именно через наших працев Авраама, Ицхака, Якова он раскрылся в мире. Шаббат шалом.